Ну, какой автобус? Я знаю. Всем привет, с вами Хавьер Вента, и сегодня мы играем в Low Priority в Defense of the Ancients 2. As you know, I am from. С нами Фитчер, Русеки, Кейч. Знаешь, ты забываешь to be всегда. I was born in Petropavlovsk, наверное, was. А ты I, что за штрих, апостроф, это что такое? Вас в Казахстан. Я 19 лет. Я 19 лет. Женщина дармитори. Женщина дармитори. Общежитие. Хостел по-английски. Общежитие. Living in тогда. Living in. I'm living in. Потому что ты в данный момент проживаешь, не всю жизнь живешь в общежитии. И общежитие, ладно. По сути, это считается как хостел. Не знаю, я через это делал. Google Translate. Нет, через Multitran. Это. И он Яндекс переводчик. Макмиллан. I do not know. I don't know. Что это? I do not know. Фу, бич. Ну чё вы унижаете? Тёма записывает, а вы унижаете. Can be saying about me. Could be. Не знаю, что за can be saying. Это по-русски фраза. Вот это я бы вообще вырезал, это не круто. Вот, вот it's very hard. Давайте поговорим о чем-нибудь умном. Ну ок, ладно, вырежу. Лучше потом напиши. Как нет? Лучше потом напишешь, короче. А с этого момента уже начинается оплата? Нет, чего, я тебе писал про это, а ты сам согласился на это. Тебе опыт нужен, вот переводи. Real experience. Да. Local graphical raps. All what happened to us. Кстати, как трейлер новый? Почему Нигер украл меч? Будь политкорректным. Тёма записывает, а ты тут словечки заговоришь. Да. Ты не записываешь, ты врёшь. Я вру, да. Это. Пойдёмте вместе сходим на премьеру. Поле чудес? Если зимой дома буду в Петропавловске, то обязательно схожу. Без меня, да? Опа. Кто хочет стать миллионером? Ну-ка, какой вопрос? Вслух давай. Тихо, Вадим. Внешняя сторона стопы. Шведка. Шведа, да. Шведка, да? Да. А почему? Ну, в Швеции Златан Ибрагимович такой был однажды. Он первый придумал эти удары. У него шея толстая очень. У него нос длиннее. Вот это вот часть. Шведка, да, шведка. А ну вот шведка и все. А ну я же футболист бывший. Не начинавший даже. В смысле, я ходил два раза. На гитару тоже ходил. Ну, два раза, пора заканчивать, да? Ты официально занимаешься или как? Ну, вроде официально, наверное. Это что такое, типа, училище про... Это в университете, типа, такая фигня есть. Гаммы играешь? Гамлета нет. Гаммы. А, в смысле гаммы? Я не знаю это. Я просто учу аккорды пока под песенку. Ля минор аккорд с бацей. Я слышал такое есть, да? Ля минор, бас и аккорд. Ля минор. О, принимайте, наконец. А, это в ЛП всегда all random? Да, ЛП всегда all random. Сколько мы там матчей просто... Я не буду показывать статистику. Да, Вадя, зачем ты сказала? Шведка, я отвечаю. Если не шведка, то я никогда больше не буду есть пиццу. Брокли. Не ешь никогда брокли, они вредные. Ну, вот. Потому что если их много съесть, образуется... Знания не пропьешь и не проиграешь. А от него будет диарея. А диарея, может быть, хоть от чего, если ты это много сожрёшь. Ну не надо, тут идеальная легенда была о том, что брокколи ужасные и неполезные. Я всегда испорчу все. Да, даже запись. Какая запись? Когда Эльдик услышит себя на Ютубе, он обалдеет. Я зарепортил твой канал. Даюсь друзей ВКонтакте, да. За расизм там. За аутизм. За ДЦП, да. Шутки про аутизм. Если кому-то достанется новости, дайте его мне, пожалуйста. Нет. Тут нельзя сва. Серьезно. О, нормально. Блин, отлично. Ильдар Формич. Может перевыбрать, а? Нормально, тащишь. Блин, я по формату. Вы уверены? Репорт получишь. Заполнишь формат? А меняться нельзя? Нет. Серьезно.
За шторма вообще не умею. Я за шторма более... Ух, тем, я... Может перевыбрать тогда, а? Ну, блин, начинается. Можно я перевыберу? Серьезно, что ли? Можно я перевыберу? Перевыберу. Ну, перевыбирайте, я не выберу. О, Веня! О, пошли с тобой, Тём. Я бы в центр пошел, а не или Пангец. А, блин, все равно. И... Нет, с Тёмой лучше не идти. Ну, 4 на 4-то нормально. Тёма, Тём. Чё? Тём, пошли наверх. Наверх? Да. Я не дикий, ну ладно, пошли. Ну вот. Считаешь? Изи. Чувствуешь? А кто руку 500, Тёма купит? 525 его монета. Брюмастер на мид пойдет. Это давно уже известно мне. Почему он на мид? Я хочу на мид. Давайте, что, ребята, вам расскажу, когда я узнал про это первый раз. Давай. Просвети нас. Все, руку кружать не буду. Блин. Черт, вы рашен ретарды, вы че на че? Ступит. Ступит. Вадик, где ты Сейбер нашел? А это Сейбер, сегодня, конечно. Короче, они играли в этом, как он там сказал, команда NLP, NLB? Чё за NLB? Ну ты сегодня смотрел, это, трансляцию. Я смотрел, как Санейк играет. Нет, там еще, ну ладно, короче, забей, не знаю. Там, короче, шли трансляции, и один из чуваков в какой-то тиме, ну там профессиональные доты, был вот этот вот... анимешник. Да. И я зашел к нему в профиль, и вот что вышло. 7000 ММР? 7к ММР, Сейбер дарит ему подарки, а он меч. Он что-то Экскалибур. Экскалибур, как она говорила там, что-то там было? Экскалибур! Экскалибур! Что? Кто? Нет. Я на центре, короче. Я умею вот на центре стоять. А, Пиник, куда? Ты куда? Ну, не знаю, я в мид хотел. Ну, пошли вниз. Я в мид пойду. Ты что, гонишь, что ли? Чё ты? Я лучше в доте. Нет. Кто может, кто-нибудь, посмотри, кто будет в мид. Если кто-нибудь клинкс, то бред. Короче, ГГВП трансляция заканчивается. Блёв, какой-нибудь. Да ладно, я шучу, дорогие друзья. Мы продолжаем веселить вас своими дикими шуточками. Дикий у нас только ты. Остальные все дерзкие. Окей, Google. Как найти... Ты подойдешь ко мне и спросишь, дикий я или дерзкий. Уйдешь, так и не узнав, что дикий... 35 миллисекунд. Не очень смешно, ладно. Чё? 35 пинг. У кого какой? А у меня какой? Я спрашиваю, какой. 5. У тебя 5? Да. Хера, ну, казанские серваки, походу, взломали. Делаю, смотрите, пинг. Тире-пинг. А я не могу написать тире-пинг. Так, кто узлы считать умеет? Узлы? Да. Тёма, есть ТЦ? Узлы? А, ну, типа, ЦПТ, цепи постоянного тока, и ЦСТ, цепи синусоидального тока. А без этого. Я за расчётов по второму киргофу, который второму киргофу. А, правила Киргофа, первое и второе. ПЗК, ВЗК, да, я знаю, я считал это. Так это, как узлы, я что-то... Ну, то, что входит с плюсом, то, что выходит с минусом. Что ты спрашиваешь? Когда они перемешаны по-всякому. Когда и катушки, и конденсаторы, и всякое прочее дребедень. Все, 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 ты в школе фигню не вспомнил, и тут все. Нет, я на научном языке с тобой говорю. В чем катушки, конденсаторы, ты о чем? Ну, это синусоидальный ток. Ну да. А ты про какой говоришь? Я говорю совсем про другое. Про казанский ток? Да. Национальный исследовательский казанский. Так. Ну и чё, у нас двое фармилы, а как убивать будем? Короче, я варды тогда не качаю.
Варды будет качать другой саппорт. У нас нет других саппортов. Вадя, пошли руну. На руне ФБ отдадим. Че, я сливаюсь или ты? Давай ты. Интересно, Флинк заценит, что я написал? Флинк? Да. Типа Eminem. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. Да. Типа песенка. Lose Yourself, что ли? Опа, у них здесь фигня какая-то наверху. Я сейчас подтянусь. Блин, ну у них отстой какой-то, мне не нравится уже. А у них уже этот тимбер. Не, они заберут, заберут даже не хочу. Че, я заберу, Вадя заберет. Такое я хочу. Ты хочешь, давай, давай. Но заберу. О, я. Начинается. Давай, кто быстрее пикнет. Я взял. Феникс, иди нахер. Пойдем, пойдем. Репорт тебе кинул, вот смотри. Вадя, это ЛП. Джави Вента, пожалуйста. Стримеру нельзя репорт кидать. Через ОБ? Я не стримлю, я записываю просто, потом скину. Я пытался стримить, короче. Ваша жалоба отправлена, зашибись. Я могу скинуть вам видяху, там темный экран, слышно мой голос и как меня убивают. Ну сам голос, надеюсь. Ты дышишь в микрофон? Сейчас не дышу вроде. Нет, а на записи? На записи я не хотел бы, но меня заставляют. Извини, это было слишком. Черт. Интересно. Черт. Тимберу-то фарм не нужен, так что смотри, он нас убивать будет. А ты старайся фармить. Ой. Эй, меня бьют. Этого крипа не могу забрать. Веня Мунсер. Да дети твою. Ой, я слышу Windows Phone. Какой Windows Phone? А че вообще? Ну было же пилик такое. А, ну это было вдалеке. А, по духам. А пассивка на башню идет? Нет. Зачем ей замедляться? В смысле, яд же. 6. Коррозия только у этого, по-моему. Алхимик. У ТК. Алхимик? Айда. Не знаю. Разве на башню съезжает броню? Ну, давай, тавр еще меня будет бить. Ты что за трипла наверху? где руна? Я забыл. Рубик у вас был? Руна, нет. 7 секунд, Вадя. Потерпи немножко. Моя будет. Давай убивать его. Есть чем-нибудь? Ну есть, но он убежит, наверное. Не убежал? Какого? Что? В смысле не умер? Давай! А, ну все, уходи. Хорошо сыграно. Камен ничего. В смысле, да ты умер? Ты? Да в смысле ты? Да иди ты. Руна наверху была? Не зря тебе, пожалуйста. Внизу забрали. Наверное, Рубик забрал. Я внизу забрал. Наверху Рубик забрал, скорее всего. Тём, ты сапер, дай пауэр. У меня 1000 голды. Дай мне, пожалуйста, телепорт. А, нет. Я передам тебе его через третьи лица. Посредники. Прирабните, пожалуйста. Это к теме. И пятая минута нет. А, нет, есть. Третья минута, не пятая. Так он еще забавно промахнулся. Что это за Рубик в лесу, я не понял. Он там отводом идет или он фармится, я не понял. Что это вообще такое? Что за трипу? Алло. Может Алло. Быть. Я когда-то шейкером занимался подобными грязными делишками в лесу. Делал ставь отводы. Оставь мне. Блин, а у тебя вон кучка. На карте выделил. Могучая кучка? Да. Будешь байти рек? Да ладно. Кто-то дохлый убегает.
Вадя чувствует силу земли. Да не знаю, вроде все фуловые. Так, что там, четвертая минута, сейчас руна должна появиться, или ты уже забирал на четвертой? Я наверх пойду. Вадя, иди нижний проверь. А я дабл килл сделаю. Хотя тут один чувак стоит. Этот, адмирал забрал. Эх, эти адмиралы. Адмирал, кстати, ушел. Ничего, ничего, нормально. Адмирал. Адмирал, генерал. Ой, куда я подошел? Сейчас меня нет, не буду стрелять. Поноси, пожалуйста. Ну, что у тебя там? Заполнены резервы. Вашу башню на верхней линии атакуют. Так, спектра, что-то не она то. Она предлагала свапнуть, так что она не играет. Спектральный анализ? Что-то так вообще я... не то. Че за отстой у вас? Вадя Кидалова, блин. Вадя, вы бы только видели, что я сейчас натворил. Это ужас просто. Я заэвейдил Торан первым спалом. Офигеть, какой мощный. Как блин. Я не могу еще разговаривать. Блин, а так получится говорить вообще? Там, кстати, этот разогретый. Я пытаюсь добежать. Я не добегу. Это, я не могу сейчас еще говорить. Почему не можешь говорить? Ну, я покушал, сейчас опять делами занялся. У тебя сайленс? Хочу, я перезвоню вам еще. Я шел пробел, да? Он ушел в базу? Он, нет, он под башней, между башнями стоял. Нет, он ушел, кажется. Так. Да. Что-то не очень, ни Рубика, ни этого не забрал. Здравствуй. Я бы вокруг Тёмы восьмерки рисовать. Восьмерки? Да. Не надо. Так, мне нужен радианс, да? Тебе, да. Ну вы со спектрой что ли вместе будете собирать? Ну блин, я не знаю, я могу. А спектра ни о чем. Ну в принципе, дабл радик. А дай мои танги. Держи свои. Давай станцуем. Так, шабы надо собрать, наверное. Или аганим лучше собрать? Аганим, наверное. Будь здоров. Спасибо. Как он меня стукает? Ладно, короче.